Всем привет из штата Аризона. Я сейчас нахожусь в Папаго парк. Это парк возле Финикса. В общем, где зоопарк, ботанический сад. Здесь красивое озеро. Ну, это искусственное озеро, но в этом озере птички, уточки. Вот одна плывет. Вон там их много на берегу. Уточки. Мой муж стоит с собаками. Тут женщина разговаривала. Женщина тоже из Чикаго. Там ее муж и дети играют. Здесь так красиво, пальмочки. Вот эта гора. Вот люди на этой, на верхушке. Это известная гора, как называется, дырка в горе. Вот это вот в серединке дырочка. Она сквозная. И вот все как бы туристы или люди, просто которые отдыхающие, не забираются туда, но мы еще не забирались, потом мы только приехали. И вот забираются на эту гору, фотографируются. Отсюда как бы не видно, что она сквозная, эта дырка. И здесь так красиво. Сегодня выходной день, 2 января, и здесь столько народу. Все, вот этот паркинг весь занят, вот видно там машины, везде машины. В общем, все паркинги заняты. И очень много людей, что-то мы какой-то неудачный день выбрались сюда приехать, потому что я хотела, чтобы поменьше людей было. Ну ладно, так уж получилось. Здесь такие симпотные. На этой стороне очень много пальм. Здесь мужчина сидит, рыбак. Здесь можно рыбачить, потому что, ну вот, сейчас покажу вон там, какие рыбы здесь обитают в этом озере. И вот если у вас есть лицензия на рыбалку, можно приехать и рыбачить. Вот здесь вот. Catfish, trout, bass, sunfish, амур, карп. Ну, в общем, кто же там, переведите. По-моему, bass это сом. В общем, я не знаю, как это все переводится, какие названия рыб. Здесь вот барбекю можно сделать. Барбекюшницы стоят. Здесь одна, и вот там тоже одна барбекюшница. Там дальше. Вот откуда я пришла. Вон там паркинг. Тоже. Идет мой муж с собаками обратно. Спрашивает, ты что поймал? Говорит, траут поймал. Вчера был дождь, вот тут лужи. По-моему, сегодня ночью тоже был дождь, но не знаю. Мы сейчас хотим чуть-чуть покушать под вот таким деревом. Ель это или елка? Ель, наверное. Вот такая большая. Здесь стол со стульями. Скулит, хочет идти гулять. Вон это озеро. Это для мусора. Здесь мусор нельзя нигде кидать, если, в общем, кинете мусор не в мусорку. Тогда штраф большой будет. Кактусики, люди вон гуляют. Вернее, как бы типа похода. И вот как бы, я не знаю, откуда это, типа как маленькая речечка идет. Но она вот идет туда, вниз, к тому озеру. Мы чуть-чуть прошли дальше. Вон там мы были. И вот
сюда подошли, здесь еще одно маленькое озеро. И рыбаки сидят, рыбачат тут. Камыши растут. А, у них зацепилась удочка за пальму. Пытаются достать удочку. Вот на той стороне вот этого холма зоопарк. Феникс Зоо. Вот с этого озера вода льется куда-то вниз. Наверное, во второе озеро. Через дорогу. Вот она льется здесь. Вот мы сейчас идем на эту гору. Ой, чуть не упала. Желтая. Вот в этой горе, где дырка сквозная. Вот мы сейчас туда идем. Надо быть осторожным здесь. Ямы всякие. Холмы да ямы. Нет, там большой. That way. Going on an angle. There's a pass. О, вот там люди тоже ходят. В общем, эту гору, так, на эту дырку не забраться, нужно ее обойти. С другой стороны сделаны вроде бы как типа лесенки. Вот там даже на инвалидной коляске мужчина едет. Ну, автоматическая инвалидная коляска. Здесь красиво так. В общем, сверху должен открыться весь Феникс. Паркинг. Эй, еще. Вот мы немножко поднялись, а здесь такой красивый вид открылся. Вот туда мы идем. Вот это озеро. Все видно. Ну там, конечно, еще лучше, наверное, будет. О, целая куча народу тоже туда идет. Здесь туристов много. Сейчас только что две девушки с Ливана, что ли, они сказали. Вот эти тоже на каком-то языке разговаривают, непонятно. Не английский. Вот мы уже добрались до дырочки, там куча народу. Yeah, smart. Just film it, 'cause there's so many people. Вот там эта дырка.
Well, why don't you go over there too, you know? We're gonna go, there's a tunnel. Yeah, there. Just since tunnel. В общем, ждем, пока этот весь народ развеется. Вот здесь вот, типа, как лестница сделана. Вот, камни накиданы. И вот, типа, как лестница сделана. И люди поднимаются сюда, оттуда. Daddy knows best. Здесь какой-то камень посередине. Where are you from? Do you already know how to climb? Are you really? Where about? Wait. Oh, it's blowing. Ну и вот эта дырка. Сейчас подальше дойду. Вот у меня эта дырка. И вот оттуда все видно. Можно туда вниз сейчас. Там народ. Спуститься здесь как типа лестница, чуть страшновато, ну ладно. И вот мы сейчас через дырку прошли, здесь типа пещера. Здесь сделали как типа лестница, можно спуститься. And his chute didn't come out until like the last second when he barely broke his fall. And he was luckily there were two paramedics there. It was about 4 days ago. Yeah, right? Tell me about it. Yeah, I bet you he'll be dumb enough to do it again. Паркинг. Поэтому столько народу, столько машин там стоит, и все здесь, наверное, по парку. Your dog's home? That explains it. Nah, I'll just sleep on the rock. I'm used to sleeping in ditches anyways. I believe it. My brother and my father both got them in their backyards. Здесь вот играть можно, называется horseshoe, подкова, игра, в общем, они две стороны. All you're missing is beer. So all you're missing is beer. Вот она сейчас кидает на ту сторону, должна попасть. My wife drank it all last night. My wife would too. Подковы. Вот сейчас вот мальчик тоже кидает. В общем, там такая палка стоит внутри песка, и они должны попасть на эту палку. И, в общем, очки считают. Вот такая игра здесь. Тоже можно прийти. Все, спустились мы вон на эту дырку. Вон там мы только что были. Сделали фоточки. Здесь такое как бы место. И домик. Мэри. Вот там внутри столики, домики. Можно барбекю сделать, большая барбекюшница. Здесь так вот. Может быть, есть это. О, я думала, на случай дождя, да. Крыша хорошая. Вот здесь озеро. Окей. Здесь спиленные пальмы. Мэри, come on. Уточка. Уточка, уточка. Вон там много уточек. Ну, вот так выглядит Папаго парк. В Аризоне. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.